Всем добрый день. Сейчас я буду готовить лагман. Первый раз в жизни. Я хочу, короче, что-то сфантазировать. Такой лагман, представляете? Никогда не готовила. Короче, я уже не знаю просто, что готовить. И хочу поделиться с вами, короче, этот... рецепту. Вот у меня ингредиенты. Короче, брокколи, перец, помидоры, лук, морковь, зелень, вермишель. Я не буду сейчас с ним возиться. У меня вот такая квадратная есть вермишель. Вот. Отдельно отварю. И говядина. Итак. Итак, масло я много наливать не буду. Я как бы, знаете, не обжаривать буду, а подтушивать, что ли, можно сказать. Закладываем говядину. Закладываем говядину. Сейчас я ее немножко так обдам. Чуть-чуть, чтобы она так это, чуть-чуть как бы взялась, да, чтобы сок не высыкал. Я посолю, немножко чуть-чуть поперчу. Вот оно, видите, так вот, как бы тушится так. Обжарился, не обжаривается. Немножко так обдалось. Паром, да? Под солью я придумала, короче, перчик, потому что мне с перцем нельзя. Так. Закладываю репчатый лук полукольцами. Вот. И морковку тоже так было колечками. Вот. И накрываю это все дело крышечкой. Вот прошло минуты где-то 2-3 минуты прошло. Открываем такую красоту. Вот так вот помешаю. Видите? Запахи не передают. Очень вкусно, кстати, пахнет. Вот. И закладываю перчик болгарский. Закладываем болгарский перчик, девочки. Вот. И опять ставим под крышечку. Ну, немножко еще тоже надо подсолить. Потому что я мясо мало подсолила. Подсаливаем. И закрываем крышечкой. Минут так. На средний огонь. Минут на 5. Итак, прошло, короче, минут 10. Вот. Тушится все. Сейчас я помешаю. Вот видите? Помешала. Такую вкуснятинку. Перец я не уложила, потому что как бы нельзя. Перец мне острый сказали, нельзя. Вот. И теперь я закладываю сюда помидор. Томаты, так сказать, да? Вот, убавляю огонь и оставляю. Пускай даст сок хорошо. Убавил огонь и оставляю еще минут на 10.
У меня тем временем закипела водичка, и я закладываю вот, вот эту вот квадратную такую лапшу в соленую воду. Так вот, заложила. И немножко капну растительного масла. Я всегда так делаю. Ну, вы можете у себя там не капать. А я капну, чтобы она не склеивалась. С вашего позволения. Ну вот, прошло у нас минут 10. Сейчас глянем, что там у нас творится такое. Вот, посмотрите, сок дал. Все вкусно очень. Очень вкусно. Я немножко не так готовлю, как вот по рецепту должно быть. Я немножко по-своему. Вот вам показываю, как я готовлю. Воду я сюда не наливала. Обычно нужно налить еще бульон туда-сюда. Вот. Я еще раз говорю, я первый раз готовлю. Ну, что-то похожее такое, да, на лагман. Вот, смотрите, теперь что я делаю. Я кладу сюда, закладываю капусту. Вот эту вот, брокколи. Я первый раз пробую, говорю честно. Это я вот со своей головы придумала. Картошку не хочу. Просто не хочу картошку. Понимаете, картошку мне тоже запретили врачи. Это такое... диетическое, я думаю, блюдо. Я такая выдумщица, вот честно скажу. Придумщица всякая тут, видите? Заложила, крышкой закрыла. Все, сейчас я прибавлю немножко огонь. Так. Я вам просто... Я не насилую никого, насилие никого не заставляю это делать. Показываю, что я делаю. А вы можете писать обо всем этом комментарии, конечно же. Может, что-то я делаю так, может, не так. Вот. Вот это надо вопрос, солился или не солился. Угу. Вот это тоже готово. Ну вот, готовится, значит, у меня вот такие дела. Готовится, видите? Капустка размякла, и я ее вовнутрь, чтобы она пропиталась. Это такая задумка. Я не знаю, правильно, неправильно. Короче, я готовлю, как выдумала. Я думаю, что вкусно будет. Лагман, не лагман. Но что-то вкусное будет, девочки. Я так думаю. И полезное. Главное, полезное, да? Как вы считаете? Воду не добавляла. Все делается в собственном соку. Знаете, что хочу еще сделать? Вот так вот. Вот такая у меня выдумка. Вот так вот. Вот эта вот отварная, короче, вермишель. Вот так вот я ее сделаю, да? Она немножко склеилась почему-то. А что она склеилась, девочки? Чуть-чуть. Сейчас вот так сделаем. Надо ее растормошить, да? Я же говорю, я еще не мастер ас, конечно. Я только учусь. Понимаете? Ну, наверное, все равно что-то выйдет, да. Вот это я сделаю. Сейчас вот так вот я ее растормошу. Подождите, вот так вот. Ее надо, наверное, промазать, да? Вот. В этом том, что все кипит, да? Ну ничего, я не очень красиво, наверное, да, это все делаю. Но я думаю, что правильно делаю. Я, короче, на правильном пути. Руками расклеивать, это очень долго получится, да? Вот, смотрите. Вот так. Видите? И все, она разошлась. О! Хорошее что-то, какое-то блюдо интересное получается, да, девочки? Морковка готова? Готова. Сейчас сделаем. Должно быть очень вкусно. Вот так вот. Видите? Вот это все пропитается сейчас соком, да, вот этим. Овощным, мясным. Пишите комментарии.
Как блюдо назовем? Как новое блюдо Ольги Викторовны назовем? Ай-ай. Сейчас я раскрою. Короче, вот так, да? Все. Еще немножко поставить. Вот, короче, тут все дела. Все дела. Сыпем, короче, укроп с петрушкой. Вот так, видите? Красиво делаю, да? Красиво. Зелень посыпаю. Красиво делаю. Я не знаю, что это получится. Честно скажу. Вот честно скажу, просто не знаю. Как вы думаете, что это у меня? Как это у меня называется? Ой, такой запах. Вот запах, я вам честно скажу, очень вкусный. Такой запах обалденный. Что-то получилось, короче говоря. Что-то я сфантазировала. Я уже потому что надоела мне готовить одно и то же. Ну, что-то похожее на лагман. Ну, конечно же, наверное, не лагман. С лагманом там подают отдельно лапша, а я вот хочу, чтобы все пропитано было. Понимаете, да? Ну и все. Сейчас я выключаю, и все. Пускай оно как бы доходит. Все дела. Все. Все дела доходят. Все. 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 Вот такая вот история. Пробуйте, готовьте, мастерите. Наверное, будет вкусно, я думаю. Приятного аппетита. Всего вам хорошего. Подписывайтесь, главное, на мой канал и ставьте лайки. Поделитесь моим видео, просматривайте видео до конца. Это моя убедительная к вам просьба. До свидания.